время проверять нуклеусы. Невооруженным глазом видно, что все очень плохо. Сейчас мы это, конечно, проверим, но судя по тому, как летает там пчела, все очень плохо. Первый нуклеус. Ну что ж, посмотрим. Так, пчелы достаточно. Мокровато здесь. Но все же. Итак, видим напрыск. Пчелка работает. Так, это первая рамочка. Второй язычок, вторая рамочка. Очень хороший. Видно, здесь все хорошо. Здесь есть засев. Сейчас посмотрим на маточку, найдем. Так, на этих двух матки нет. Смотрим третью. Тоже все засеяно. Снова матки не вижу я здесь. Так, посмотрим еще одну. Пустая. Берем ее. И еще одна. С пергой. Рамочка с пергой. Один отвалился. Ладно, расставляем обратно. Где же маточка? Ну, с этим нуклеусом все ясно. Матка облеталась. Все здесь хорошо. В принципе. Открывают они ее или что? Казалось бы, такой маленький нуклеус, но матку не нашел, засев хороший. Пусть продолжает. Мне она пока не особо нужна. Пчелы продолжают работать. Так, первый есть нуклеус. Второй нуклеус. Так, мокровато. Смотрим. Так, пчелки только начали оттягивать. И я уже вижу засев. Вот она, маточка, мы видим. Вот она. Толстенькая ходит. Засев есть. Пчелы начали работать. То есть два нуклеуса рабочих. Смотрим дальше. Если мы помним, у нас было 8 их. Так, смотрим этот. Так, мы здесь. Оттягивают.
насчет засева. Смотрим. Да, есть засев. Все хорошо. Но Матильды я здесь не вижу. А вот и матка, видим, большая, жирная, толстая. Бегает по краю. Вот она. Жирненькая, толстенькая. Так, просмотрев три нуклеуса, мы видим, что пока все хорошо. Из трех три. Это замечательно. Смотрим дальше. Так, вот наше общежитие. Посмотрим его. Судя по всему, оно пустое. Смело. Что-то оттягивали. Оттягивать начали. Нет, пчела есть. Вот такой вот плачевный результат. Пчелы немного есть, а матки нету. Засева нету. Напрыск небольшой. Следующий. Этот центровой был сразу пустой, я помню, уже. То есть мы видим, что он пустой остался. И третий, в котором тоже были пчелы. Сейчас проверим. То есть из общежития ни один не выжил. Ни одна матка не выжила. Или просто пчелы слетели обратно в этот улей. Пустота. То есть три матки из восьми. В этом улей, по идее, должно быть две матки, должно быть. Через разделитель. Только что прошел дождик, сбил всю работу. Значит, что получается? Этот улей, в который я добавлял маток, выпускал, надо было сразу их туда маток выпускать, как они вышли, потому что он так получается, улей, который маток взращивал, он давно уже без маток был, поэтому надо было ему сразу матку дать и успокоить его. А я еще пока тут расселил, потом туда и клеточки подержал, потом заселил, и то есть в итоге семья стала трутовкой. Я ее, значит, вытрусил всю в метрах 20 отсюда на шиферину. И теперь вот пчела прилетает, поставила эту решетку, чтобы если матка трутовка не проползла, туда положил матку и одну рамочку там рой чуть-чуть оттянул. Вот. И все. То есть получается из восьми нуклеусов у нас, значит, получается только три. Три выжило, не знаю по какой причине, может матка слетела, может пчела вся слетела, бросила матку и так далее и тому подобное. Ну, один точно, это значит по моей вине там было, что я прикрыл, что им не было прохода к сиропу, и они там запарились, и матка погибла, и получается все слетели пчелы, никого нет. Остальные, значит, вот эти вот три, я не знаю почему, но здесь и здесь были пчелы, но сейчас никого нету, я проверил. Вот. Остались только раз, два, три. Три нуклеуса, три матки. А сюда подсадил я, значит, плодную матку и оставил, чтобы пчела туда прилетала на одну рамку. Ничего там, ни меда нет, ничего. То есть примут матку, через два дня выпущу, посмотрю. Матка эта у меня была такая уже годовалая. Я ее, в принципе, мне не жалко, могу выпустить. Маток хватает. Вот, отводка много сделал. Ну, чисто для маток. Вот, поэтому, конечно, в следующем году, когда я буду выводить маток, такой ошибки я не допущу, сразу дам
и матку, даже может один маточник дам уже, то есть тогда он уже будет запечатанный. Все, и остальными буду дальше маточниками, может быть, делать отводки даже. Вот. Ну и нуклеусы я заселю, конечно, да, эти 8 нуклеусов, но я теперь их буду вывозить, я не буду их на пасеке оставлять. Вот на пасеке оставил, вот, не знаю, такая вот получилась, так мало их, найду место, куда вывозить, вот, и они у меня будут там. Вот такие дела у нас с матками. Получается минус 5 маток. Так-то я всех раскидал по ульям, позаменял матки. Вот, надо теперь проверить их на засев. Ну, если эти сеют, значит, и те тоже должны сеять. Все, всем всего хорошего, пока.